Ребята, как вы думаете, сколько ведерок игрушек я смогу набирать? Ребята, всем супер-привет! Вы на канале Супер Руслан! Сегодня у меня родилась идея. Я сниму видео 24 часа, играю только с игрушками Диагости. Нельзя брать ни планшет, ни другие игрушки. Только с игрушками Диагостини. Посмотрим, как у тебя это получится. Да. Поехали! Сейчас вам покажу, сколько у меня этих игрушек Диагостини и где они лежат. Вот они у меня. У меня есть У меня их тут очень много, как я говорил. А все они лежат в ящике. Вот они тут много, много, много. И ну и везде, короче, под ящик. Сейчас я возьму пару игрушек. И челлендж 24 часа начинается! Мне еще уроки делать надо. Придется вам мои игрушечки побыть со мной. Уроки сделал с этими игрушками, надо их поменять и пойти покушать. Ну что, летучая ящерица, пожарим яички вместе. Пару яичек будет достаточно. Одно яйцо, конечно, расхватил, но ничего, пора мне перекусить. Чуть-чуть можно посолить. Ребята, а кто любит яичницу, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал, а я буду есть. Ребята, вы знаете, что игрушки Диагостини любят менять цвет, и я часто набираю холодную и горячую воду и так играю с ними. Сегодня я вам покажу, как они это делают. Ну, кто забыл? Вот смотрите, я включу шкаф горячую воду. То есть он изначально темно-синий. Темно-синий, фиолетовый. Давай-ка его сюда, теперь холодную, горячую. Становится белый. Да, он меняет свой цвет. Давай. А еще вы знаете, что некоторые игрушки светятся в темноте. И я вам сейчас покажу, как они это делают. В
Вот они как классно светятся. А чтобы они класснее светились и ярко, надо их заряжать лампочкой. Тогда от света они начинают хорошо светиться. Некоторые, ребят, вы видите, некоторые светятся более ярко, да. Некоторые менее яркие. Да, у всех коллекций вот. По-разному, да. Да. Но при этом они все равно прикольные. Да. И они по длине по-разному светятся. Да. Кто-то быстро угасает, кто-то долго. Да. Поэтому вот вы сейчас все видите, насколько они классные. Да. Некоторые разными цветами светятся. Да, некоторые... Зеленые, они... желтые. Даже лягушка есть одна, она красным светит. Да, вот это прикольно. Да. Так что, ребят, вы все видите? Да, классно. И вот этот гол классно светится. Ребята, дело идет к вечеру. И я очень люблю мои игрушки Диагостини, но мне они уже, чуть-чуть надоели, потому что нельзя ни в чё поиграть, ни в планшет, ни в машинки, ни в Лего, а только с Диагостини надо играть. Но они прикольные. Ну, это условия конкурса у нас, ребят. 24 часа челлендж, играем только с Диагостини. Взять игрушки, чтобы их сбивать. Сейчас посмотрим, как ты у меня с горочки прокатанешься. Ну что, прокатись, полетаешь? Прокатитесь, я с вами прочь. Ой, пассажир одного потеряли, ой, второго. Расскажу я мои игрушки по полной программе. По условиям конкурса я весь день и всю ночь должен быть с Диагостинами. Я их положу пару игрушек рядом. И пусть будут спать со мной. Все, пусть здесь лежат. Всем спокойной ночи. Так, где-то мои игрушки. Он на месте. Всем доброе утро. Сегодня второй день, как я снимаю. Видео 24 часа играет только с игрушками Диагостини. И вот. И пора вставать. Да. Сегодня я по плану помыть все игрушки Диагостини. Ну и сейчас я этим и займусь. Да, потому что периодически ты их моешь, чтобы они были чистыми. И ребята тоже вам это советуем. Да. Хоть они и лежат дома, но все равно нужно следить за чистотой. Вдруг пыль там что-то налетит. Правильно. Да. И я пошел за ведром.
Вот у меня, ребята, такое ведерко. Ребята, как вы думаете, сколько ведерок игрушек я смогу набирать? 10, 11, 12, там. Кто верно отгадает, значит, я поставлю лайк и сердечко под этим комментарием. Ребят, получилось 6,5 бедер. Кто угадал, я вам поставлю под комментарии сердечко или лайк. А я буду мыть игрушки. Ребята, вот так все нехорошо стало. Этого они будут чистыми. Да. Ребят, примерно один, ну, может быть, два раза в месяц нужно такую процедуру проделывать. Тогда у вас игрушки все будут чистые. Очень. Скажи честно, Руслан, тяжело было 24 часа играть только с диагостинями? Чуть-чуть, но классно. Игрушки классные, просто здесь да. Хотелось чего-то, ну, разнообразия, да, других, с машинками поиграть, со скейтом, с планшетом. Но по условиям нужно было только с диагостинями играть. И до скорых встреч! Все, ребят, всем, кому понравилось, ставьте лайкосы. Да. Пока!